поняли, что Изабель и Розабель действительно сестры. Путешествие к дому Розабель проходило по горе и через полные опасности лес. Теперь они продвигались куда быстрее. Похоже, что весь лес ожил, чтобы помочь друзьям вернуться назад. Надеясь застать Розабель врасплох, они пробрались на балкон высоко на верхушке окаменевшего дерева. «Ну что, давайте штурмовать логово!» Грустно как-то. Они выглядели такими счастливыми вместе. За этой картиной что-то есть. Посмотрите. Принцесса Изабель! Ваши спасители пришли! Просыпайтесь, Ваше Величество! Вы слышите нас? Вы в порядке, принцесса! Мы сейчас вас освободим! Герои кричали и звали принцессу, но она продолжала спать мертвым сном. Она нас не слышит. Похоже, она без сознания. Ну, конечно! Это заклинание волшебного сна! Оно практически необратимо. Мы не должны здесь находиться. Стало быть, артефакт душ привязан к вам троим. Интересно, что с ним станет, когда вы все умрете? Артефакт никогда не станет тебе помогать. Твой коварный план не пройдет, каким бы он ни был. Заткнитесь, ничтожество. Я не хотела, чтобы лес похитил у Изабель ее силу. Но с помощью вашего артефакта я восстановлю порядок на этой земле. Сперва мне нужно будет избавиться от вас. Познакомьтесь с моим любимцем. Только не дракон! Что причиняет ему боль? Цельтесь в серьги! Вам нравится мой теплый прием? Глупцы, вы лишь пытаетесь отсрочить неизбежное. Ты предала сестру, чтобы самой стать королевой. И я бы оставалась ею, если бы лес не похитил. Дрожите в страхе. Идите сюда, дети ночи. Ответьте на мой зов. Разберитесь с этим сбродом. Эти крестьяне мне надоели. Thank you.
питомца? Его воля связана с моей. Его сила – моя сила.
Лианы, удерживавшие спящую принцессу Изабель, начали распутываться и опадать. Что случилось? Я жива? Рози! Пораженные герои увидели, как Розабель упала в подземное озеро. Изабель тут же бросилась следом за промелькнувшей тенью Розабель. Спустя минуту Изабель вернулась, неся на руках сестру. Спасибо, что освободили меня, герои. Рады встрече, прекрасная принцесса. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Рози, она всегда была очень упрямой. Может, принести вам что-нибудь? Салфетку? Я просто хочу домой. Боюсь, что ваш замок лежит в руинах. Не говоря о том, что там серьезные проблемы с водопроводом. Но как же мы будем выбираться отсюда? Порталов-то больше нет. И тут появилась тройка и залила пещеру своим золотым светом. Свет становился все теплее и ярче, окутывая всех незримым покрывалом безопасности и спокойствия. Пещера скрылась с глаз. Тройка вернула наших героев назад, в тот самый лес, где рыцарь и маг встретились в самом начале путешествия. Мы выполнили свою задачу. Наше королевство спасено, а леса вернулись в норму. Но как мы это сделали? На лес влияла магия Изабель. Теперь, когда она свободна, равновесие восстановлено. Не совсем. Я забыл захватить волшебной воды для картошки. У меня целый бурдюк этой волшебной воды. Зоя, ну все же ты умница. С тебя 5 золотых. Что? У тебя же есть корона. Всю дорогу домой герои обсуждали свое удивительное приключение. Принцесса и тыквы были спасены, и великое приключение наконец-то подошло к концу. The end? You wish. We've got a surprise. Ho, ho, ho.